Надо снимать тебя, как ты снимаешь, да? Живет товарищ режиссер. Да, режиссер живет здесь. Привет. Мне хорошо. Итак, театр «Вспышка» отдохнул немножко. И отвозит реквизиты в театр. Вероника будет делать. Театр «Вспышка». Дубль первый, кадр четвертый. Как обычно, актеры театра «Вспышка» сами готовят себе декорации. Вот так вот. Кошмар. Вот у Вероники так очень вот сложная работа. Очень. Я просто вот... Все приехали, такие думали, ну вот он, черный кабинет. Ну да, просто как бы я... Оказывается, вот такой тоже. Мы разговаривали, я не очень поняла. Мы тоже объясняли, как там белые стены, колдо, я же не очень влюбилась. Ну, нормально, огонь. Что она расстроена. Да. А у меня еще икра красная для вас размораживается. Ой, да ну. Да видно, конечно, но лучше. На тебя я гляну, глаза туманит. Что с тобой будет, как меня не станет? Да. У вас первое место? У нас третье. А, третье место, сори, да. Не снимай. На самом деле, вы молодцы, вы очень крутые. Я хочу сказать, что у вас будет завтра аншлаг, и у вас завтра очень рад. Это прикольно, да. О, билеты все проданы. Театр современной драмы «Вспышка». Жмите. Ну что, ребят, всем привет, значит, это драм-театр крутой, искусственный, «Вспышка» из Красноярска, и они вам хотят, значит, рассказать, что у них здесь 10 по 16 число, с понедельника по, видимо, субботу, правильно? Как и у всех остальных, будут классные представления. Ребятам слово. Всем привет, мы, на самом деле, театр современной драмы «Вспышка». Вот. Мы приезжали здесь, сюда, на Магадан, на фестиваль территории, мы привезли свой спектакль, который называется «Роботы тоже плачут». О, да кинобра! Так.